Всем привет! Сегодня покажу вам, как играть Баста вместе с Тати «Вселенная». Песня состоит из 4 аккордов. Сейчас покажу вам вначале эти 4 аккорда. Вот это первый. Второй. Потом пошел третий. И последний. Сейчас сыграем потихоньку, как играет гитара в этой песне. Вот и все, так вот играет гитара, потом идет припев правой рукой. Сейчас еще раз повтор потихоньку. И все вместе потихоньку. Сейчас я вначале просто буду играть октавами, без всяких вот этих переходов, просто чтобы показать, как слышится. Я еще люблю играть вот так, что бьешь ноту, а потом идет аккорд. Еще разок.
Вот и все. Вообще-то, в принципе, несложно. Можно одну часть научиться, сделать паузу, поиграть немножко, потом дальше посмотреть, другое научиться, опять паузу сделать. И вот так вот. Легкая вообще-то такая песенка. Ну, ставьте лайк, если еще какие-то вопросы. Буду рад научить вас еще. Давайте.